Разница не это от мечтаний. Нет, когда мы говорим, о, Аллах, вот сейчас у меня нету, вот ты мне дай $1000, мы их отдадим садаха. А мечта это, о, Аллах, вот ты мне дай, да, $1000, я их отдам. Потом, когда Аллах $1000 дает, в первом случае мы их отдаем, а во втором случае мы начинаем там, ну, не эти $1000, да, я имел в виду в следующий раз и так далее. То есть, когда нет есть, то Аллах эту возможность нам даст. А когда мечтания, они мечтами остаются. Поэтому делайте нет вот так, чтобы это будет есть. Аллах — это единственный, как говорится, наш Создатель, который, чем мы даже меньше даем, но если у нас сердце большое, у нас нет больше, Он найдет нам деньги, чтобы этим людям отдать.